Олег, Олег, ноутбук будем ремонтировать? Олег! Кс-кс. Всех с наступающим! Меня зовут Владимир, и вы на канале Профи. Давно у нас не было ремонтов, и это мы сегодня будем исправлять. На ремонте старенький ноутбук Acer Aspire 5536G. Заявленной проблемы нет изображения. В этом видео покажу ту самую причину этого ноутбука, из-за чего может возникнуть данная неисправность, и как это быстро исправить. Видео для начинающих мастеров. Начинаем! Начнем с демонстрации. Покажу, что ноутбук действительно не выводит изображение при включении. Итак, дежурное напряжение есть. Включаем. Потребление есть. Посткоды ноутбук проходит, а вот изображения нет. Переходим к разборке. Чтобы не тратить много времени на откручивание винтов, а в этом ноуте их много, использую для этого шуруповерт. С ним намного быстрее. Для разборки рекомендую использовать пластиковый инструмент для вскрытия, только в крайних случаях использую металлический. Так как по потреблению дежурное напряжение присутствует и есть потребление здорового ноутбука, то нужно проверить напряжение основных узлов во включенном состоянии. Как видим, на дресселях напряжение есть. В таком случае проверяем второстепенные узлы. Начнем с батарейки КМОС. Так как ноут старый, возможно, она уже умерла, и это может быть той самой причиной. Что и подтвердилось, она в нуле, а должна быть 3,3 вольта. Берем новую батарейку CR2032, проверяем. 3,2, отлично, вставляем. Подключаем матрицу и проверяем. Да, картинка появилась. Перед тем, как собирать ноутбук, решил сразу обслужить систему охлаждения. Наверняка она также была не тронута, как и батарейка BIOS'а. Чутье не подвело, термопаста еще с завода, ноут явно перегревался. А ведь причиной отсутствия изображения мог стать 2001 мост, который тут установлен. А они очень часто выходят из строя из-за перегрева. И тогда ремонт мог быть намного дороже. А какие вы знаете причины отсутствия изображения на ноутбуках? Пишите в комментариях, будет интересно почитать. Также не забываю заглянуть в кулер и почистить радиатор от пыли. Термопасту использую MX4. Наносим на кристаллы и равномерно распределяем по зеркальной поверхности. А теперь можно и собирать ноутбук в обратной последовательности. Кстати, ссылки на инструменты батарейки будут в описании под видео. Также очищу ноутбук снаружи для эстетики, да и просто самому будет приятно вернуть ноутбук заказчику в чистом состоянии. Включаем. Изображение есть. Отлично! Нет-нет, постойте, не выключайте видео, поучаствуйте в нашем розыгрыше микроскопа. Подробнее об условиях видео по подсказке или по ссылке в описании. Всем желаю удачи, прямых рук и до новых видео. Пока!